Здравствуйте! В эфире «Экономика» – программа, в которой мы не просто считаем деньги, а анализируем процессы с точки зрения цены. И сегодня в выпуске. Казахстанцы все чаще предпочитают покупки онлайн. Интернет-торговля по темпам роста уже обошла традиционную. Узбекистан открывает свой рынок для казахстанской нефти и газа. Мажилис ратифицировал энергетическое соглашение между нашими странами. Экономика простых вещей. Стоит ли и возможно ли осуществить импортозамещение на 100%? Разберемся в нашем аналитическом обзоре. Об этих и других темах экономики в ближайшие 10 минут. Я Гульнара Жандагулова. Начнем. По итогам 12 месяцев 2018 года объем розничной торговли достиг 10 триллионов тенге, увеличившись на 13,8%. Это максимальный показатель за последние годы. В 2017 объем розничной торговли составлял 8 триллионов 800 миллиардов тенге при годовом росте на 15,5%, пишет Finprom.kz. В последние годы все больше покупателей совершают покупки через интернет. Только за 8 месяцев объем электронной торговли достиг почти 160 миллиардов тенге, или на 2,5% от общего объема розничной торговли. В 2017 году годовой объем электронной торговли составлял чуть меньше 107 миллиардов тенге, или на 1,2% от общего объема розничного товарооборота. По данным Министерства национальной экономики, в большинстве случаев через интернет покупают одежду и обувь, продукты питания, фильмы, музыку, лекарственные препараты и товары для домашнего пользования. Самые популярные услуги, заказанные через интернет, реализация билетов на развлекательные мероприятия, бронирование услуг для путешествия, телекоммуникационные услуги, финансовые и страховые услуги. Казахстан планирует экспортировать в Узбекистан 2 миллиона тонн нефти в год. Мажилис ратифицировал соглашение между Казахстаном и Узбекистаном о вопросах энергетики. Документ предполагает экспорт нефти и газа в соседнюю страну. По словам Минэнерго, Россия в настоящее время рассматривает вопрос поставки нефти в Узбекистан в объеме до 1 миллиона тонн в год. Казахстан в данном контексте рассматривается как транзитная сторона. Для транзита, по словам главы Минэнерго, необходимо расширение нефтепровода Туймазы-Омск-Новосибирск-2 с текущих 11 миллионов тонн до 17,5 миллионов тонн в год. Кроме этого, требуется реконструкция нефтеперекачивающей станции «Трудовое» в Карагандинской области. Объем нетто-продаж американских долларов обменными пунктами Казахстана составил за декабрь 2018 года 128 миллиардов 700 миллионов тенге, что на 19,4% меньше, чем месяцем ранее. В целом за 2018 объем чистых продаж составил 1 триллион 400 миллиардов тенге. Самый высокий показатель наблюдался в августе, так называемом сезоне отпусков, самый низкий – в мае, такие данные приводит Ranking.kz. Среди регионов Казахстана по объему нетто-продаж долларов США обменными пунктами за 2018 традиционно лидирует финансовый центр страны – Алматы. На втором месте – Туркестанская область и Шымкент, замыкая тройку лидеров – столица. На Астану приходится почти 10% от Казахстана. Азербайджан и ЕС сделали Туркменистану предложение присоединиться к проекту «Южный газовый коридор». Решение за Ашхабадом, заявил еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер. Южный газовый коридор протяженностью 3,5 тысячи километров позволит поставлять в Европу газ, добываемый на шельфе Каспийского моря. Составными частями Южного газового коридора являются Южно-Кавказский газопровод, ТАНАП и ТАП. Проект ТАНАП предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз через Грузию в Турцию, а после сооружения ТАП в 2020 году и в страны Южной Европы. Заменить чужое на свое – основная философия программы импортозамещения в Казахстане.
В ближайшие несколько лет в стране планируют на 50% сократить долю импорта товаров народного потребления. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития республики. Мы поговорили с экспертами, чтобы узнать, по каким пунктам товаров и продуктов отечественные производители смогли заменить импортный продукт. И так ли надо на 100% менять импортное на отечественное? Казахстан планирует на 50% сократить долю импорта товаров народного потребления. Так, на импортозамещение в обрабатывающей промышленности из бюджета страны планируют направить 400 миллиардов тенге. Дополнительные средства позволят организовать производство около 250 промышленных товаров. К примеру, стимул получат производство тканей, пошива одежды и обуви, удобрений, лакокрасочных изделий. На сегодняшний день нету сферы, которая которую полностью на сегодняшний день независима от импорта. В принципе, это и не нужно нам сегодня. Вообще нужно подходить к этому вопросу со стороны умного импортозамещения. Умное импортозамещение – это не просто выпуск каких-то определенных товаров, но прежде тех, которые отечественные производители действительно могут заменить собственным товаром с максимальной выгодой для себя и бюджета. То есть после расчета экономической целесообразности в стране рассматривают импортозамещение как новые возможности для бизнеса в стране. За счет внутреннего производства мы закрываем по мясу, птицы, пищевым субпродуктам 83%, то есть 17% мы импортируем. По мясу птицы тут уже 51%, только 49% мы уже импортируем. И если по производству продуктов отечественные производители могут и хотят заменить импортный товар товаром Made in Kazakhstan, то по многим позициям такое стремление и не нужно. Импорта заместить на 100% все товары невозможно в принципе. Эксперты говорят, нужно продавать то, что покупают, и покупать то, что нужно тебе. Наиболее зависимыми от импорта у нас являются отрасли недропользования, металлургии. Так как именно в этих отраслях используются такие сложные оборудования, проходческие, буровые, производства которых отсутствуют у нас. По 10 основным отраслям экономики – это металлургия, машиностроение, химия, нефтехимия, производство строительных материалов, производство упаковки и пищевая промышленность – максимальный импорт идет по 150 товарным позициям. Речь идет все-таки о обрабатывающей промышленности. Говорим, что именно processing industry, то есть это обрабатывающая промышленность, ну и развитие дальнейших технологических переделов. То есть государство получало не только там в виде там эффективности, в виде там налогов, увеличения рабочих мест, инвестиций, но, естественно, там и социальные там эффекты. Речь идет о следующем этапе программы форсированного индустриально-инновационного развития. Две первые пятилетки ФИР позволили ввести в эксплуатацию заводы по выпуску строительных материалов, которые прежде Казахстан завозил. В стране появились порядка 25 отраслей, которые раньше отсутствовали, к примеру, по выпуску оборудования для солнечных батарей. В химической промышленности полностью исключен импорт фосфорных, минеральных удобрений. Допустим, в строительстве именно жилищного за счет бюджетных средств, что строится, там доля местного содержания по итогам 2018 года составляет 77%. В этой сфере мы наблюдаем рост по итогам предыдущих лет, и как бы у нас есть потенциал к дальнейшему увеличению местного содержания. По итогам 11 месяцев прошлого года внешний товарооборот Казахстана достиг 84 миллиардов долларов. Рост на 20,5% больше, чем за этот период 2017 года. Объем импорта за это же время вырос на 11%, почти до 30 миллиардов долларов. Если как бы посмотреть по многим по пищевой промышленности, по многим видам экономической деятельности пищевой промышленности, производство напитка, производство масла, производство растительного масла, производство там мяса и прочее. То есть мы где-то обеспечили себя где-то там 70-90% по многим позициям. Вот. Чего-то у нас как бы просто и нету. Самая, пожалуй, плачевная ситуация в легкой промышленности. В стране практически не выпускают верхнюю одежду. Импорт доходит до 98%. Большая редкость и обувь с пометкой «Сделано в Казахстане». Сейчас в республике работают около 1000 предприятий легкой промышленности. Трудится больше 12 тысяч человек. В этом году в стране появится новое предприятие по выпуску джинсовой одежды.
Это была «Экономика» – программа, в которой мы не просто считаем деньги, а анализируем процессы с точки зрения цены. Я Гульнара Жандагулова. Увидимся.